Всем привет, вы на канале Темный Рыцарь, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Assassin's Creed 4 и Черный Флаг. Я прошел 30-я часть игры под названием Охота на тамплиеров. Финальная охота на тамплиеров. Так, друзья, я финальную охоту на тамплиеров замучу и получу финальный ключ, друзья. Ну, последний ключик, чтобы получить, друзья, доспехи тамплиеров. Это будет круто, классно и интересно. Кстати, друзья, сегодня решил читать Watchdog и Assassin. Так как все равно, друзья, я киберпанк стримлю. Поэтому Watchdog и Assassin я буду чередовать между собой эти классные две прикольные игрушки. То есть я всем рекомендую поиграть в Assassin. Она реально очень стоящая, классная, прикольная игрушка. Охереть, а! Давно я это не делал, а. Как я давно в эту игру заходил, друзья? Очень давно, а. Я не помню, когда я последний раз заходил в нее, а. Это было очень давно, то есть я месяц назад заходил в нее последний раз, а. Она реально охеренная, друзья. Супер! Мне нравится Эдвард Кэнон, он прикольный, классный персонаж. Сейчас, друзья, я всех быстро с ними разберусь и пойду писать охоту на тамплиеров. Замучу. Ай, класс, а. Так, сколько денег у меня? Так, у меня почти 8000 реалов. Круто, классненько. Друзья, спасибо вам всем за поддержку. Я очень рад с вами всеми общаться, друзья. Вы у меня уже не подписчики, а мои друзья. Я вообще, друзья, считаю друзьями, а не подписчиками. Поэтому спасибо вам всем еще раз за поддержку. И желаю вам всем, друзья, приятного просмотра. Класс, друзья, супер. Так, ссылочки, друзья, на мои каналы друзей, ссылочка на каналы моих друзей будет в описании. И классные, прикольненькие, не больше, как я, завести новых друзей. Все, друзья, пошел я, поговорил с Антоном, по-моему, так его зовут. Ассасина, если я не ошибаюсь. Сейчас, друзья, я точно узнаю, как его зовут. Вот он. Антон, да, все правильно. Ассасин Марон. Вот как его зовут, Ассасин Марон. А это сокращенно Антон. Что надо, англичанин? Эдвард Кенвей, вам грозит опасность. И я валлиец. Да вы все на одно лицо. Могли бы не трудиться. Я всегда в опасности. Но это моя вина. Значит, вы мне должны. А мне как раз нужна помощь, чтобы освободить моих друзей. В смысле, рабов? Братьев, воинов, надежду Маронов. Мне нет дела до этого. Просто послушайте, о чем говорят белые. Вдруг выясните, где держат моих друзей. Ладно, постараюсь. Да, друзья, я не особо люблю эти миссии такие выполнять, а? Вот по прослушиванию, а? Они не особо интересные, а? Я для себя больше люблю воевать, махаться, хячиться там. Ну, блин, прослушивать не особо люблю, а? Ну, миссия, это же есть миссия, друзья. Сейчас, друзья, быстро к ней прибегу. И послушаем разговор белых. И узнаем, где же они держат друзей Анто. Анто. Так, надо девушек, друзья, нанять, а, девушек, так, девушки мои классненькие, где вы, сори, давайте, девушки, погнали, за мной, красотки, за мной, с вами будет интереснее и лучше, пошли, ну, идем, ну, давайте, идем, опа, мои красотки, надеюсь, это вот эта жена, не знаю, как зовут ее, будет с ним, а, надеюсь, у него получится ее вернуть, по ходу прохождения игры вообще. Вон, друзья, белые, сейчас будем их разговоры подслушивать. С помощью моих девушек они будут мне помогать, я их сутенер. Он меня выгнал за пьянство и заплатил. Подозрение в пьянстве. Мне велели-то доставить кое-кого на север. Нет, на юг. Нет, точно на север. К тому складу. Ага, к складу. Да все равно, он же раб. В кандалах. Никуда бы не сбежал. Наливай еще и обмозгуем все. Капец, сука, бухие. Это без гроша. А,
А, все, я не нужны, да, друзья, все, побежали, пошли, 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 пошли. Девчонки, за мной. За мной, мои девчонки. Пошли. Побежали. Они не такие быстрые, поэтому приходится, друзья, их ждать. Айдет, друзья. Прикольный пятый ассасин. Реально крутой. Так, раз, два, три, четыре, ага. Все, девчонки, пошли, 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 пошли. Пошли, девчонки, пошли. Девчонки, за мной. Так, вон уж, куда надо бежать, а? Сейчас, друзья, аккуратненько пройдусь, чтобы эти дебилы не спалили. Все, друзья, пошли, пошли, пошли. Ух ты, еще девчонки, а? Значит, если я здесь их найму, эти девчонки убегут. Поэтому зафига мне лишний реал утаете, а? Но мне уже так есть девчонки, а? Пошли, 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 за мной, за мной, за мной, за мной. Ха-ха, они даже не бегут, а? Спокойненько идут, а? А, я побежали, типа ускорились, ускорились, ага. Так, сейчас, друзья, я быстро кладу сундук, а? Он вообще, в принципе, находится так недалеко. Так, сундучок. Ага. Давай. Круто. Так, Кингстон, второй сундук из 18. Окей, круто. Так, пошли, 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 пошли. Ну, давай, за мной, за мной, за мной. Так, раз, два, три. Так, подожди, их у вас было четверо, если я не ошибаюсь. Поставить кого-то в пример, все равно. И не поспоришь. Все нормально, все хорошо, идите вперед, поутайте, поутайте. Пойдемте дальше. У стен есть уши, ну вы понимаете. Что, слежка? Предупредим других. Ах ты, падла. Есть, поймал я. Молодец. Ты знаешь то, что мне нужно? Нет. Я вас слышал, ассасины, не убивай. Я просто хочу знать, где этот раб. Где могут держать кого-то особенного? Прошу, пощади. У меня семья. Тогда давай, выкладывай. Около мельницы. Видишь, все очень просто. Так, первое выполнено, друзья. Часть из трех в этой миссии. Ага, первое задание завершено. Так, следующее, друзья. Погнали теперь следующее выполнять. Сейчас, так. Где она? А, во, следующее, друзья. Так, вербовка маранов. Ага. Да, друзья, финальный контакт, друзья, на охоте за тамплиерами. Я, когда я выполню все три миссии, я, друзья, получу ключик и смогу доспехи уникальные тамплиеров взять в доме. Потом покажу, как он в доме. Классненько. В этой миссии я же доспехи тебе возьму. Так, девчонки, спасибо вам за поддержку. Так, теперь надо забраться туда, песенку взять. Так, песенка, песенка, Новый год. Опа, она поет. Круто, молодец. Ах ты, Эдвард, давай. Эдвард, молодец. Давай. Так, 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 так. Есть, прям ко мне подошла песенка. Это супер, а ты обычно приходишь за ней бегать, а тут пах она ко мне прибежала. Ну, прям ко мне песенка класса. Так, ладно, махаться пока с вами не буду, друзья. Пока я вас отдохну. Так, побежал я. Ой-ой, пошел. Надо бы потом сделать точку синхронизации. Ну, еще открыть. Так, все, друзья, я почти подошел. Так, что у нас там? Угу. Так, это у нас... А, это он. Вербовка маронов. Я их нашел. А я нашел, где держат его братьев. Освободите их. Нет, друг. Я свой долг отдал. А в дела с рабами не полезу. Тут, небось, и тамплиеры ни при чем. Все дела свободы — это дела ассасинов. Ваша цена. Что? Беспринципные люди любят золото. Сколько вам надо? Мне нужен один ключ. Из набора, что сделали тамплиеры. Эти ключи? Они еще целы?
Выходит, не только я про них знаю. Найдем его. Он ваш. По рукам. Найдем же ваших друзей. Этот умеет торговаться. Молодец, Эдвард. Красавчик. Так, особо... Ага. Освободите рабов. Анто. Понял. Кей, ладненько. Так, раз, два, три. Угу. Понял, сейчас все сделаем. Тамплиеры ни при чем. Ну да, как, конечно. Что это? Выжил лишь один? Одного взяли. То есть вы не проиграли? Как же выиграть, когда эти псы засели в горах? Ищите друг забор. Когда-нибудь проходит. Надеюсь, командир знает, что делает. Я уверен, он победит. Я пойду за ним на смерть. Беги, беги. Спасибо. Скорей, в контору. Да пускай помахается меж собой. Своего же убьет. Хер тебя. Видите, как друзья его поимела. Ай, молодец, Эдвард. Так, сундук, сундук, сундук. Ага, сундучок. Давай. Опа, молодец. Молодец, Эдвард. Так, все, я все у них забрал, да? Боеприпасы там все такое. Так, по-моему... Да, у тебя я все взял. Так, у тебя вот я не взял еще. Ага, все, все. Погнали, Антону. Антону. Так, дротики у меня есть. Так, усыпляющих у меня три. Круто, класс, мне нравятся эти дротики. Все, пошли, 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 пошли. Освободим твоих друзей. Потом в конце миссии, друзья. Ну, когда я выполню все эти задания. Пойду доспехи тебе получу, друзья. Посмотрим, что за такие крутые доспехи, а. Уже интересно их посмотреть, а. Ну, уже вживую. Ну, на видео я имею в виду. Ну, что, погнали, Антон. Пускай будет Антон, а. Антон, Антон. Так, 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 так. Ага. Ой-ой-ой. Давай, давай, давай. Супер, класс. Я все равно рекомендую эту игрушку поиграть, а. Если вы любите игры с открытым миром, а. Если вы реально любите игры с открытым миром, совсем того стоит. Нас были сотни. А их? Как их считать? Мы их не видели. А что у них за оружие в пещерах? Ножи да топоры. Порох, но немного. Прочие чуть ли не палки и камни. И вы схватили только одного из них? Одного. Это какое-то африканское колдовство. Охереть, молодцы мы с Антоном, а. Хорошо, хорошо. Молодец, Антон. Мы с тобой освободили твоего второго раба, ну, твоего друга. Осталось последнего освободить. Ай, класс, а. Мы хорошо с ним работаем, а, в паре с Антоном, а. Эдвард и Антон. Команда на века. Так, ладненько. Антон, тут у нас будет уже немного посложнее. Тик. А, он будет его так убивать, да? Давай, 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 ко мне, ко мне. Ко мне, собачка, ко мне. Вперед, вперед, вперед. Ай, красавчик, Эдвард, ай, молодца. Так, теперь осталось последнего спасти. Пошли, пошли, пошли. Пошли, Антон. Опа. Фрагмент анимуса. Возьму его сразу, а. Чего уже все сюкается? Так, он находится, в принципе, в нормальном месте. Сейчас. Так, давай. Угу. Во, давай, давай. А, лестница нужна все равно, да? Ладненько. Сейчас. Угу. Фрагмент анимуса, прям, прям. Ах, ты ж зараза, а. Он находится в таком месте, друзья. Неудобно для меня. Ваненька, я понял, как надо сделать. Сейчас все будет. Сейчас. Опа. Опа. Давай, давай, не-не-не, Эдвард. Все правильно, Эдвард. Все правильно, Эдвард, все правильно. Я просто хочу примериться. Угу. Да не-не-не, нет, Эдвард. Ползти куда нужно, ползти. Во, во. Да блин, Эдвард, на твое рождение, а. Что ты творишь, а? Не то, что надо, а. Ну, Эдвард, а. Твое рождение. Сейчас быстренько, друзья. Сейчас быстренько. Я просто хочу подсчитать, а.
момент, когда можно прыгнуть и взять. Ага. Эдвард что-то не хочет его в этот момент ловить. Эй, ну вот ты по Эдвард! Вот зараза, не слушается меня. Антон, меня Эдвард не слушается. Да на твою же рождение, не то, что нужно делаешь, а? Эдвард! Ах ты, ладно, друзья, последний раз попробую, не получится. Потом возьму в следующий раз этот фрагмент анимуса. Так это, в принципе, важно. Просто хочется, чтобы он прыгнул, ну куда нужно. А он не хочет этого делать, он выеживается, получается. На меня не то, вообще совершенно не то делает. Так, давай, давай, Эдвард, давай. Эдвард. Да что ты делаешь, а? Ладненько. Есть! Взял! Молодец! Я же говорю, что все-таки, я же говорю, что я возьму его. Молодец, Эдвард, красавчик. Так, Антон, осталось последнего освободить твоего друга. Там будет много охраны. Знаете, что делать? По местам. Так, все. Да знаю, знаю я. Не глупый я. Уже не первый раз это делаю. Ого, нифига себе, как он их зафигачил. Молодец. Беги. Спасибо. Встретимся у конторы. Давайте. Ах, супер, а? Мы с Антоном хорошо сработали, друзья. И куда теперь? Ха. Нет уж, на сегодня хватит. Или вам понравилось? И все, а тамплиер? А как же ключ? Наш тамплиер не появился. Ключ вы получите в другой раз. Другого раза не будет, Анто. Вот поймете, как вам нужен ключ, или, может, обзаведетесь совестью, будет и другой раз. Так, второе издание выполнено. Вербовка Маронов. От Марона. С хитрой жопой-то. Так, есть. Последнее создание. Так, а где оно находится будет, последнее создание? О, как оно будет называться? Так, охота на лев, оборона. Ух ты, прикольная последняя миссия. Так, где у нас находится? Тут, нас тут рядом находится. Так, точка обзора. Точка обзора находится, в принципе, далеко. Ну ладно, потом в следующий раз возьмем ее. Все, друзья, погнали. Это что у нас такое? Союзник. Ух ты, а, это получается он туда ушел, Марон, Антон. А тут все, друзья, погнали выполнить последнее. Миссия охота на тамплиеров. А потом будет описание самому придумать, а? Или не нужно. Друзья, последний ключ получаю, пятый. Из пяти ключей, друзья, у меня есть четыре ключа. Мне буквально один ключ получить, и все, друзья. Я могу доспехи тамплиеров собрать себе. Открыть, друзья, тайник. И ключ, и забрать себе классные доспехи. Ну, по крайней мере, они уникальные, друзья. Так, курьер, ага. Пират, бегите! Ах ты ж, зараза. Ой, я перебор. Ладненько, друзья, черт с вами. Помахаемся перед спиналом, как говорится, получение ключа. Надо было взять руки обычные, чтобы не убивать этого курьера. Так, задолбали вы, а? Вот так вот, а? Вот так, и последнего. Вот, молодец, Эдвард. Сейчас, курьера заберу денежки. А, боеприпасы дальше. Опа, нифига себе, круто. Блин, зараза, вы охренели, что ли, а? Ладненько, давайте. Давай. Ах ты, падла. Ты по яйцам ему дал, друзья. А давай. Ах ты, сразу, по морде дал мне. Падла. Даже девушки помогают, друзья, мне. Спасибо вам. Ай, ну молодца. Сейчас я быстренько деньги возьму. Так, молодец, Эдвард. Так, а у тебя? Круто. Так, и у тебя возьму и пойду дальше. У меня, друзья, почти 9-10 тысяч реалов. Круто, классненько. Друзья, побежал. Офигенно, друзья, миссия, честное слово. Ну, опа, все, друзья, мы пошли к ней, подошли. К нашей обороне. Нашей финальной миссии. Давай. Оборона. Вернулись? Обрели совесть?
Мне нужен мой ключ. Терпение, мой друг. Опа. Вы что, гостей ждете? Возможно, ключ совсем рядом. Защищайте контору. Спасенные нами помогут. Ух ты, друзья, круто. Антон и его друзья. Давай, давай. Я только за помахаться, друзья, с тамплиерами, а. Эль, я только за. Так, помоги, пошли, пошли, пошли. Чтоб не убили. Давай, давай. Класс. Молодцы. Тихо, мне это не нравится. Появится еще. Прорядите их, будут еще. Вперед. Ага. Убейте спортивников, защищавших вы. Ага. Успею, сколько я успею убить, сколько успею, а? Близзард, я заблудился. Эдвард. Ай-яй-яй-яй, ну почему ты такой Эдвард поубес, а? До твоего рождения. Блин, а. Вперед, чем больше убьете сейчас, тем слабее будет следующая атака. Ага, понял, понял. Так, убил этих троих. Так я больше убить не успеваю. Ну реально убить всех, друзья. Максимально только троих могу убить, а. Это максимально, друзья. Так, ага. Ай, блин, вообще круто, друзья. Я всех вырубаю налево и направо. Эдвард, я рад, что вы появились вовремя. Простите, ключа у меня нет, но... Нет, ключ подождет. Хочу проучить того, кто это сделал. Тамплиера зовут Кеннет Абрахам. Он много лет воюет с маронами. Но мы сильны, и ему нас не победить. Я придумаю план. А, не, значит, еще одна есть, друзья. Значит, все-таки три миссии было. Класс. Давай помогу тебе. Так, лучше... О! В настоящий момент капитан доступны улучшения. Класс, супер. Друзья, миссия это была интересная по обороне. Так бах-бах-бах, быстро всех тамплиеров поубивал. Круто, класс. Так, аккуратненько. Ай, каких, а? Этих жердяев с топорами, а. Так, друзья, сундучок. Давай. Молодец, Эдвард. Ты быстро... Ах ты, падла, спалил меня, да? Ладненько, черт с вами. Так, я возьму свои боеприпасы. Мне они пригодятся. Да ты нафиг тебя. Ах ты, придурок. Подожди, придурок. Так. Ух ты. Блин, надо спасти своих друзей, а. Все, побежал спасать друзей, а. Нет времени на тебя, придурок. Я, друзья, я быстренько спасу за своих друзей. Да, ё-моё, а. Ай, нет времени. Моих друзей убьют, а. Так, 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 где мои друзья? Ага. А, все. Вот и все, друзья, я спас. Молодец, Эдвард, красавчик. Так, друзья, еще спасти надо где-то. Так, еще спасаем. Все, их спасем, друзья, и пойдем выполнять последнее задание. А где Антон задание? А, вот оно, все, друзья, как оно называется? Ловка командира. Прикольное название. Сейчас, друзья, пошел, я спасу. Угу. Так, спасибо, спасибо, но вы бухи. Я сам справлюсь. Без вас. Так, 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 так. Да не так, не так, не так, не так, не так. Ай, молодца. Ну, красавчик, Эдвард. Все, друзья, бегите, бегите. Ах ты падла, а? Давай, сука, я с вами разберусь, а. Давай. Ну, кто следующий, а? Давай. На тебе, ублюдок. Ха-ха-ха. От класс, а. Так, патрончики. Ага, хер тебе. А ну-ка, есть у вас патрончики, а? О, помните, патрончики здесь были. Супер, класс.
Так, все, друзья, я побежал к Антону. Так. Так, вот, все. Топа. Побежали. Все, позанимаемся спортом. Спорт — это полезная вещь. Главное, конечно, заниматься в меру спортом, как, в принципе, и с другими вещами. Но, тем не менее, друзья, спорт — это охеренно. Потому что я не спортивный человек, увы. Но, тем не менее, спорт — это хорошо. Все, друзья, побежал я. Ой-ой-ой-ой, я. Как это интересно, друзья, игра. Честное слово, ассасин, вот у меня Black Flag, мне очень нравится. Я в свое время, друзья, вообще, по сути говоря, ассасина не играл. Поэтому, друзья, все части, другие части, друзья. Начну с первой части, друзья, я буду стримить. Так нормально скажу, друзья. С первой части, друзья, я начну ассасина стримить. Вальгала, ну, она вышла недавно. Ну, в принципе, может быть, я буду покрыть либо по частям ее, либо буду стримить ее. В принципе, все равно пока не знаю еще. Так, давай. Еще все не скоро буду. А может, фиг, посмотрим. У меня есть план, но он сложен. У Абрахама связи, а в карманах полно золота. Но мы нашли человека в его ближнем круге. Проследим за ним, он приведет нас к цели. Давайте я покончу с ним. Смотрите, вот он. Так. А, человек вокруг, я понял, понял. Последуйте за стражником. А, друзья, я собираюсь потом совсем стримить с первой части, а? Дабы, чтобы было прикольно проходить все суперски у нас на стримах. Прикольную и классненькую игрушку, игры. Пошли, девушка, пошли. Наши ряды сильны. У них нет ни шанса. Ого, и второе. Надо стражить. Да уж. Типа три крутых капитана, как я понимаю. Да, эти капитаны. Или командиры, хер его. Вроде капитан или командир, не пойму, а. То есть, как я кайфую от прохождения киберпанка игры, честное слово, друзья. Классная игра. Как, в принципе, Ассасина и Watch Dogs. Правда, Watch Dogs плох тем, что у него плохо оптимизированная. Ассасин... Киберпанк лучше оптимизирован, чем Watch Dogs. Это факт. Ого, их уже больше стало. Пять. Круто, все, все, друзья, все есть у меня. Супер. Личного характера. Увидимся там. Так, теперь за кем идти? А, все, эти ушли. Понял, мы идем опять за этими. Окей, окей. А, друзья, это последняя миссия. За охота за Акноплеером и Ключом. Финальным пятым, друзья. Блин, такая интересная. Не особо легкая. Опа, опа. А, это Антон. А я что-то сначала не понял, а. Ну, давайте все поближе, поближе подойдем. Давайте, мои девчонки. Командир сегодня присутствует? Да, я как раз с ним говорил. Он где-то здесь. Он был у нас с Морозом все это время. Ни одному солдату не сравнится в ловкости с Морозом. Но ваша правда, его сложнее одолеть, чем глупцов до него. Все, понял, понял. Найдите настоящую цель. Окей, окей, ладно, друзья, погнали. Ой-ой-ой-ой. Да, это сделать не так легко будет. Настоящую цель. Так, девчонки, вы могли? Оп, молодцы, девчонки, спасибо вам. Но пока еще рано отвлекать. А то я сам убью. Так, это, друзья, сейчас вырубли колокол. Девчонки со мной ходят. Спасибо им. Девчонки, пошли, пошли за мной, девчонки, за мной. Давай, девчонки, пошлите, подойдем. Как интересно, смогу здесь девчонку и подойти до него, до этого главного придурка. Пошли, 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 ну чтобы меня не спалили, а? И просто интересно. Так. Это не он, друзья. Абрахам здесь нет. Ага, он, скорее всего, там находится, друзья. А, друзья, получается, девчонки, друзья, я иду, меня там плееры не видят. Ну, как будто, типа, меня тут нет. Это классно, друзья. Прикольная маскировка у меня. Так, Абрахам. Где же ты, а? А, вот он. Убейте Кеннена Абрахама. Изи! Вообще изи! Сколько лет мы бьемся? Ваши люди в горах почти без оружия. Моя великая армия. Но вы живы. А я мертв.
Вы просто не желали победить. Вообще просто идично убил его. Вообще просто и легко было так, друзья. Даже не парился, бах, крюком, и все. Все, это изи. Теперь надо скрыться от них, а, чтобы не спалили меня. Хотя хрен так получится. Блин, зараза, все-таки спалили, да? Ах ты падла, это я вашего командира убил, теперь меня будете гасить, да? Ну ладно, сука, я с тобой разберусь. Я со всеми вами разберусь, я. Давай, давай. Своего же придурок убил, давай. Я только сдаться, а не помахаться. Так, придурок. Хер тебе, сука. Так, теперь колокол. Опа, подмоги теперь не будет, все, друзья. Я молодец, супер крутой. Так, покиньте область и спрячьтесь. Это вообще изично. Ваня-ка, придурок. Хер тебе, я первая. О, друзья, хочу я всех их убить, а. Так, это не... Ах ты, тварь, а. Хер тебе, не колокола. Давай, давай. Придурок, а. Ого, прям в рот ему захерачил клинок. Охереть, ну саблю или клинок, я так не понял. Сейчас, друзья, так, ага, понял, куда надо бежать, это я понял, так. Так, у нас получилась точка обзора, находится недалеко с нами. В принципе, недалеко. Ну-ка, друзья, пошел я все-таки, вот, сейчас убью этого одного придурка и пойду. Я не понял, колокол, я же вроде вырубил, а. Так, осталось теперь эти два дебила. И там дебил, но этих дебил только не буду, этих убью. Ай, молодца, я, друзья, быстренько у них патрончики возьму и уйду. Так сказать, друзья, покину область и пойду за тамплиерскими доспехами. Так, все, друзья, так. Уловка командира, угу, понял, все. Молодец, Димон. Так, броня тамплиера, пойти на охоту тамплиеров, чтобы получить ключи и сблокировать броню тамплиеров. Получено ключей 5 из 5. Класс, супер круто. Освободить. А кого освободить? Это кто у нас? Это показалось, это типа глюк? Тут некого освобождать. Это, друзья, это глюк игры. Ха, бывает игра, друзья, потупливает, а? Тут реально некого освобождать. Так, теперь нужно отправиться, получится, в плавь, друзья. Опа, а вот тут надо спасти, друзья. Сейчас быстро спасу друзей, и все, друзья, и пойду получить, друзья, при вас, друзья, получу уникальные доспехи. Открою последний замок, друзья, и вот заберу себе доспехи тамплиеров. Я же хотел это сделать, друзья, все время, да, все эти пять охотных, все эти пять заданий тамплиеров, ну, охотных тамплиеров, миссии, так сказать. Вот, подожди, подожди, надо спасти, а. Так, чтобы спасти, чтобы их не убили, а. Ты зараза. Молодец, Димон. Все, друзья, бегите. Я вас спас. Спасибо. Я за остальными. Давай, давай. Идеально. Ай, красавчик, Эдвард. Опа, точка обзора. Сейчас быстро сделаю ее. Почему бы и нет. Так, раз. Давай. Давай, давай, Эдвард, давай. Ты молодец, ты у нас... Скаловат еще тот. Сейчас, друзья, быстренько точку обзора новенькую сделаю на... в Кингстоне. И все, друзья, я отправлюсь на другую, на нашу базу. Если бы там мой домик, усадьбу. Чтобы, друзья, замутить доспехи тамплиеров. И на том прекрасной ноте, друзья, когда доспехи получу, я завершу эту офигенную и поистине интересную миссию под названием «Охота на тамплиеров. Финальная охота». Во! Так, друзья, все, я замутил. Это еще глюк, друзья, был. Так, Кингстон, точка синхронизации, 4 из 9, ага, понял. Все, друзья, так, теперь нужно отправиться, тут отправиться прямо аж в Манду Ивановскую, так. Так, где именно находится наш город? Так, я забыл. Тулум, не в Тулуме, так. Гавана,
мысль Бонифиста. Я не помню, где находятся именно доспехи. По-моему, вот эти где-то местности. Та основная миссия. Как она вообще называется? А, пока никак. Так, это идите, сука, друзья, я бас уже позахватывал. И точек обзора. Сука, я захватил этих фортов. Легендарный корабль, пока я не осилил его. Так, по-моему, наверное, в Тууме. Нет, Туум не Туум. По-моему, тут, что ли, мыс Бонифиста. Ну, перемещусь, узнаю, а. Я точно, скорее всего, нет, а или да. Я уж просто забыл, где находится моя база. Где находится эта усадьба, где можно, ну, где находятся и доспехи тамплиеров. По-моему, тут, если не ошибаюсь, я. Мыс Бонифиста. Блин, даже не знаю, друзья. Честно, не помню. По-моему, да. По-моему, я все-таки правильно прибежал, но пришел. Сейчас, друзья, узнаю быстренько. Сейчас. Так. Да, друзья, все правильно. Да, я правильно все-таки. Мыс Бонифиста, друзья, тут находится. Как говорится, моя база и все остальное. Вроде бы, а может и нет. Блин, ну-ка сейчас проверю по карте. Тут есть домик, а? Тут дом есть или нету? А, тут нет дома, друзья, все все-таки неправильно. Да ё-моё. Тут нет домика, друзья, видите, да? Должен быть домик, а его тут нет. Поэтому, друзья, надо пусть опять перемещаться, а? В другую местность, а? Это, зараза, а? Не туда пришел. Вот, блин, а? Так это где находится? Подожди. А типа нельзя, что ли? Эй, почему? Почему нельзя? Эй, мы с Бонифиста, ну ты чё, Эдвард? Эй, давай, я хочу. А, так типа так нельзя, да, получается? Тут зараза, ладненько. Чёрт с вами. Сделаем по-другому. Ой-ой-ой. Так. Прыжок веры, друзья, обожаю так делать, а. Сейчас, друзья, быстренько к галке приближусь. Надо телепортироваться в другое место, друзья. Это не то место. Тут доспехи я не получу, друзья. Галка моя офигенная. Сейчас, друзья, все быстренько. На галку надо забраться. Галка прикольная, друзья, у меня корабль. С каждым разом я все лучше и лучше ее улучшаю. Делаю ее круче и суперский. И боевой способности, так сказать, мощнее. Давай, Эдвард, давай. Молодец. Красавчик, Эдвард. Капитан вернулся. Ага. Теперь могу так сделать? Перемещаться? А, пока мы в море не выйдем, не могу, да? Капитан на варте. Зараза. Меню быстрого перемещения. Вот. Так, теперь где находится моя база? Блин, я забыл, где? В Тууме? Не, ну в Гаване точно не в Гаване, а. Блин, как это называлось? Я забыл уже. Так. Подожди, тут я не был. Курасаль. Тут я еще не был, друзья, в Курасале. Туум. В Тууме, по-моему, это уникальный костюм тамплиеров, ассасинов, но не тамплиеров. Надо же таким быть, друзья. Вот зараза, я честно не помню. Насау точно нет. Так, это у нас... Давай, сюда. Большой Янагуа. По-моему, друзья, тут у нас Большой Янагуа. Вот это, по-моему, тут, у нас тут база находится, а? Надеюсь, я прав, друзья. Что, друзья, давно в игру не заходила. Забыл уже, где все находится. Так, да, друзья. Есть, большой Нинагуа. Все правильно, друзья. Супер, так. А, сори, девчонка, сори, моя красотка. Извини. Так, друзья. А, улучшение. Пока не извини, пока не могу улучшить. Я бегу в другое место. Так, сколько стоит твое улучшение? Добрый капитан заботится о своих людях, так? По-моему, 15 тысяч стоит. Печально, что здесь нет дам для увеселения. Я знаю, где их найти. Но сперва нужно построить для них дом. Так, сколько стоит? Как я и говорю, 15 тысяч, а? У меня пока денег нету, а? Сори, извини. В следующий раз. Как-нибудь. Так, подождите, где теперь наш домик, усадьба? Так, надо найти теперь ее. Так, по карте. Так, вот, я же говорю, друзья. Во. Все, так, куда бежать? Ага. Вон, друзья. Говорится, моя усадьба. Это друзья. Может быть, лучше усадьбу себе. И ключик последний вставлю и получу тамплиерские доспехи, друзья. Я столько гонялся с этими дебилами, с этими командирами тамплиеров, что ох, пипец, друзья. Целых 5 заданий я их мочил. И наконец-таки последнего замочил. И вот сейчас получу, друзья, свой приз, так сказать, свою награду.
который заслужил я. Здорово, здорово, чувак. Так, ну-ка, ну-ка. Вот и все доспехи тамплиеров. Сейчас, все, подождите. Сколько стоит улучшение? Мне просто интересно, хватит, не хватит денег у меня. Чего-то все еще не хватает. Походу... А, 18 тысяч! Понял, построить башню и... А, облагородные сады. Понял. Так, постройте башню и облагородите сады. Понял, денег мне не хватает. Жалко, надо будет поднакопить реалы. Вот, друзья, наконец-таки свершилось чудо, друзья. Я получил сейчас доспехи тамплиеров, вау. Я открыл все все замки, друзья, все. Супер. Броня тамплиера. Гордость тамплиеров – это легкая и гибкая броня, обладает повышенной устойчивостью и к атакам противника. Вау. Вау, супер. А я одел ее лично, мне интересно просто. Да, друзья, по-моему, я тамплиерскую броню одел, если я не ошибаюсь. Это она вроде бы, да? Мне просто интересно, одел, не одел я ее? Надо сейчас проверить. Как еще проверить, а? А вот. По-моему, так можно проверить, друзья, сейчас. Так, одежда, улучшение Эдварда. Так, Эдварда, одежда, во. Так. Костюм пирата, так. Костюм политика. Так. Наряд Эдварда, это не то. Костюм пиратов. Костюм... А, это покупать нужно. Так, костюм... Ух ты, костюм авантюриста. Костюм губернатора, серьезно. Так, где вообще этот костюм? Костюм пиратов, это я понял. А, броня получится легкая, поэтому она сразу одевается на нас, на мою же одежду. Как я понимаю, да? Вроде бы, да. Вот, костюм Майя дается за выполнение всех задач в стиле Майя. Ого, прикольный костюм, друзья. Я, когда... Так, дается за выполнение всех заданий стелы Майя. Вау. По легенде, этот наряд Майя был создан из остатков материалов первой цивилизации и способен отражать метеорические снаряды. Ого, метеорические... Вау, прикольный, друзья. Костюм только смешной, правда, но тем не менее. Во, броня тамплиеров, друзья. Используется! Вау! Дается за открытие клетки в убежище на большом юнугла при помощи 5 тамплиерских ключей. Легкая упругая броня. Броня повышающая. Повышающая что? О, наряд лазутчика. Дается за выполнение половины контрактов на убийство. Вау! Класс! Надо будет их повыполнять, друзья. Так, подожди, костюм тамплиер, во. Опускаем ниже. Ниже опускаем, опускаем. Эй, ниже опустим, не опустим. Слегка прикольный броня тамплиеров, а. Так, опустим мы ниже или нет? Вау, сколько тут классных костюмов, а. Мне просто интересно, почему не опускается ниже, а. Хм. Ладненько, черт, ничего страшного. Это, друзья, я получил броня тамплиеров. Вот, друзья, она на мне, на Эдварде. Класс, она суперская, прикольненькая. И супер-супер, танцуй, Эдвард. Давай. Друзья, 30-я миссия под названием «Охота на тамплиеров» завершена. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, друзья, не болейте. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео, ставьте лайки. И самое главное, друзья, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока, скоро с вами увидимся, очень скоро. Спасибо всем за вашу крутую поддержку. Вы молодцы. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.